Всем здорово, ребят, меня зовут Акира, мы продолжаем играть игру под названием Resident Evil 3, хрен, там как хочешь называй, короче. Короче, в прошлый раз мы остановились, что за нами гонялся Немезис, гонялся, но мы так от него и съебались, потому что, ну блин, он лох, чё, а мы такие, типа, крутые, все дела. Мы, короче, попали в канализацию, вот, сейчас пойдем, короче, так, а чё у меня, просто я, короче, игру не запускал уже несколько дней, потому что не записывал несколько дней по особым причинам. Поэтому надо кое-что вспомнить, надо все вспомнить, что тут что, я нихуя не знаю. Короче, так, надо подзарядиться для начала. Подзарядиться нам обязательно. Так, если ты темно что-то там, да, у тебя, то у меня тоже темно, не волнуйся, я тоже нихуя почти ничего не вижу. Так, там у нас лежит подсумок. Подсумочек, да, подсумок лежит. Как до тут дойти? А стекло не ломается? Ага, хуй, понял, спасибо. Минус 2 патрона на ветер. А души душевно в душу. Что это было? А это пиздец пришел, Джил. Пиздец, он же тут. Он же вот-вот. Так, сюда можно? Так, да прочитай. Короче, я не буду, короче, полностью читать. Если хочешь, на паузе прочитай это все. Вот это. Я главное посмотрел, типа, ага, электронный замок, заебись. Ну, по идее, ключ нужен. Если я прям в ступор зайду, то да, там нужно будет пролистать получше. Ну и не подается, там все дела, она сказала, ну бля, пошла она в жопу. Когда нас это останавливало, никогда нас это не останавливало. Так, она сейчас туда захочет меня, да, скинуть? Есть что-нибудь? Нет, тут ничего у нас нету, пойдем. Ты скинешь же меня туда, да? Ну да. О, боже мой. Это даже точно надо сжечь. Говорит наша Джилл, но пошла на задницу, опять же. Она ноет и ноет, ноет и ноет. Вот граната нам нужна. Так. Мусор, мусор, говно, дерьмо, мусор, моча. Понял. Так, крыса. Ну тут как бы чуть-чуть идти, поэтому я думал, лучше в офис пойти. А чё так типа... Ой, блядь, ты чё такое, жирная тварь? Нихуя себе, беги! Где эта проститутка? Налови гранату, на! Сумасшедший дебил, блядь. Ну-ка. На, нахуй. А, все? Что это еще за хуйня? Да это я ебал, это ящерица. Ты чё, зубы? Ты жива? Нихуя у тебя глаза... Так, подожди. А лук она жива? Не, я мертва. А покинь, как зомбак реально бы стал такой. Откуда она отсюда вылезла? Еба, а вдруг у моей канализации тоже такое чудище живет, блин. Вот будет прикольно. Пойдешь срать, а тебя за жопу цапнет. Что здесь? А, еще одна сейф-рум? Интересно. А, взрывчатка. Очень полезно. Нахуя она мне? Нахрена она мне нужна? Да мне все. А, записка. Ох, ни хрена себе. Во, будем с ним ходить. Ага, это типа, короче, как порох соединяешь, но это, короче, зажигательные боеприпасы. И то есть создаешь мины для этого гранатомета, как я понял, да? Я все правильно понял? Так, ну тут ничего интересного нет. Просто когда интересно, она выделена зеленым, типа там, в тексте. А этого нету, поэтому нафиг надо это все. Нахрен надо это и все. Еще раз повторяю. Так. А этот тварь не вылезет опять? Типа safe room, все дела. Ага, патрон в жопу. Ну, если что, можно убежать, попробовать от нее. Не, она лежит, еще смотри. Да, теперь еще какие-то... Так, подожди, сейчас 100% будет еще. Ну-ка нахуй сразу. Вот смотри, она даже граната не сваншотнула. Где эта тварь? Ага, вот она, смотри, смотри, смотри. Иди отсюда, жри говно. Жри говно, чудище. Сдохни. Сдохни, блядь.
Да сдохни! Дохла. Умная какая создание, да? Не см... Кстати, я даже не знаю, а вдруг пистолет бесполезен? Может, она снова выставила гранатомет, а не это... Все? Ку-ку? Так, подожди, давай еще. Один патрон со мной есть. А нахрен это... Блядь, да ты... Вот... На! Вот сейчас посмотрим. Сдохнет, не сдохнет? Какая эпичная хрень. Хорошо горишь. Блин, он начал, он как будто какой-то рожик. Тоже там что-то есть вдалеке? Или мне кажется? Блин, не вижу ничего. Оно сожрут, то придется... Буду знать, что там кто-то есть. Буду знать, что там какая-то тварь есть. Так. Есть тут что? Блин, как темно. Алло, собаки. Включите свет. Да. Жил покорительница говна. Посмотри, на руки уже говном испачкала, видишь? Правая рука у нее в говне. О, ну все, бля, Джилл, фу, бля. Кто с тобой встречаться-то будет, алло? Поэтому ты один, это, одинокая баба, никому не нужная. Батарейка, ошибись, нахрена. Ага, охуенно, нахуя. А есть ящик? Ну, батарейка, она как бы нужна. Это 100%, она же не просто так лежит. Блять, взрывчатка. Охуеть, порох. И что делать? Возвращаться обратно туда? Она будет работать? Так, стоим. А я еще тут что-то не подобрал. А тут еще куда-то можно идти. Так, подожди. Ну, мое, что усмотрение, лучше всего, короче, сделать так, что вернуться обратно. Вернуться обратно. Положить нахрен гранатомет. Давай еще что-нибудь возьму отсюда. Так, давай вон там в эту взрывчатку возьму. И там что это, скрафтим. Быстренько, короче, вернемся. Положим гранатомет. Этих проституток я убил уже, поэтому я не думаю. Я сюда иду? Да. Так, откуда? Туда. Не туда, вон туда, все. Так, вы не встанете, да, больше, по идее? Вот и правильно, не вставайте, не надо. Не надо лишний раз тратить на них патроны. Но мне почему-то кажется, что если они тебя поймают, то это ваншот. Они чисто тебя убьют. Ну, хотя они мизи-то гигантские, тоже ублюдок, но он не ваншотит. Хотя он двух ударов сносит. Ну, это сожрать могут сразу. Я вон вижу, уже не по зубам, бля, они могут сожрать тебя целиком. Так, короче, кладем. Кладем, кладем. Где ящик? Ящик. А, вот он ты. Бля, в темноте сныкался, я тебя не вижу, ни хрена. Так, давай вот попробуем, вот ради интереса. Получится, да? Да, зажигательные боеприпасы, ни хрена, нормальная тема. Так, жизнь у нас есть, это все дерьмо у нас... А, подожди, там порох, да, обычный порох будет. Можно, бля, пистолет, бля, хрена, а патроны так. А нахрена они тогда? Подожди, давай так сделаем. А это вот так. Ну, типа, знаешь, чтобы с собой таскать. А, па-па-па-па-па, бляха, муха. Нахрена мне там порох тоже? Блин, ну... Ну ладно, чё. Возьмем, возьмем на всякий случай. Ну, сейчас придется много патрон тратить. Угу. Так, здорово еще раз. Хорошо лежишь. Смотри, там еще, короче, проход на... Это что за херня была? Я куда иду? Я туда иду, все правильно. Просто, по идее, он не должен больше не то появиться. Потому что, блин, игра, я не думаю, что такая тупая. Потому что я сколько патронов в него, типа, садил, считай. Ой. Не-не-не. А, подожди. Ну, чтобы просто было и проверить. А, окей. Окей, допустим. Тогда я тот порох не беру. Ну, блин, чтобы еще раз возвращаться нахрен надо. Батарейку возьмем и смахаемся. А я куда иду вообще опять? Чё? Да ты серьезно, игра, блин. Хватит надо мной так прикалываться, рофлить так надо мной, хватит. Ты... То не по то, ничего вообще, блядь, не было. То теперь ты 500 тысяч килограмм не хочешь патрон садить. Куда это мне все девать, блядь? Тут порох только, да, обычный.
Сука, высокий! На! Да как так-то? Тут еще и патроны. Нет, там патроны. Тут обычно. Бля. Ну. Я не знаю. В жопу. Бля. Бля, ну как? Ну бляха. Вот сука. Где порох обычно? А тут еще что-то есть? Любовное письмо? Да нахуй нам не надо. Сразу скрывать получится. Ну, получится-то получится, но. Ну блин. Ну блин, жалко же как. Ну бляха. Я не хочу возвращаться, я не пойду туда больше. Идите в задницу. Идите в задницу, так. Если что, вдруг я получится вернуться потом как-нибудь. Может, заберу эту патроны. Так, я не... Нет, все нормально. Ну, короче, будем здесь знать, что, типа, если патрон не хватает, значит, можно пойти за патронами. Ага, тут еще, видишь, патрон даже для дробовика. Так что, ну, правильно, на самом деле, что я их создал именно. Так, так, так. Ну, блядь, тут одна херня написана неинтересная. Здорово, мужик. Пока, мужик. А где я? Тут лестница показывает. А где лестница? Алло, лестница где? Так, вот тут. Какая нахрен лестница? Так, я не понял рофла. Я вообще не понял рофла. Куда идти? А куда идти? Куда тогда идти вообще? Так, подожди. Блин, по идее назад возвращаться. Ёбнутый, что ли? Ты что делаешь, дебил, иди нахуй! Иди нахуй, хуер! Дебил, тварь ебучая, ты твари... О, я пересрал. Ему, по-моему, в рот надо стрелять, на нахрен. Рот открой, сука, рот открой! Сожри дерьмо, сожри свинца, зажми говно. Тихо, подзарядка. Ты куда? А ну вернись, падла! Ёбнутый дебил, тварь мать. Ты чё меня пугаешь? Открой пасть, сказал, сдохни. Да ты чё такой живучий? Гранатомёт тут убивался сразу же. Ебал, у меня сердечко выскочило. Дебил. Ой, бля. Ну теперь есть место. Нету? Ну, бля, ну так, ну как бы перевес уже. Сколько там патрон лежит? Два. Ну, два гранатомета лучше, чем, блин, ты и патрон для дробовика. Возьмем. Ой, падла. Кстати, стоп, у меня хп, я посмотрел, типа, ну, как-то маловато. Сейчас можно, короче, сгонять к ящику, на самом деле. И... Ты кто? Ты ничего. Это, короче, херня специально была, знаешь, типа, заныкана, чтобы, типа, это... Когда... Батарейку возьмешь, тогда он появится. Ну, чтобы обосраться. Но я обосрался. Миссия выполнена. Миссия комплекты. Так, сюда и. А, положить. Обычная травка зеленая есть. Вот просто обычная маленькая травочка. Травка, сука, зеленая есть, я повторяю. Нихера нет. А что у меня жизнь? Вообще жопа, блин. Да блин. Ой, да в пизду. Не последняя аптечка, мне кажется, поэтому в жопу. Зато я в безопасности точно буду. Это я, наверное, уверен на 100%. Так, допустим. Так как это сейчас хер появился, есть вероятность, что он как бы еще может какая-нибудь проститутка появиться. Он, по-моему, знаешь, сверху скатится. Я охуеть, да, блядь, да иди ты в жопу, я не ожидал. Я думал, ты сверху скатишься. Хуя ты тварь, какая ты проститутка, а? Какая ты невзапная. Рот открой, блядь. Рот закрой теперь. Дай подзарядиться. Рот открой, сука. Все? Все. Не, я ожидал, что он появится, но я не ожидал, что он из воды выпрыгнет. Я думал, сейчас там скатится, как ребёшка засрата, и все. Она, оказывается, из воды выпрыгнула. Вот простит, ну, бляха. Нахрен так людей пугать. А, кстати, да, я назад ведь не могу вернуться, только... С
сюда. И тут какая-то дверь. Ты что за дверь? Можешь открыть? Точно не можешь открыть? Ну ладно. Может, батарейку... А, да, тут какое-то место есть, что-то типа для батарейки. Ну, пип. Нормально. Так, пистолет возьму. Хотя тут я не думал, что обычный зомби будет. Тут какие-то все время... птеродактили, блин, какие-то... Кто? Да иди ты нахуй, ты тут задолбал от меня. Уйди отсюда, рот закрой. Там тупик сзади, уйди в жопу. Вот, открой. Да, бляха, закрой. Ой, тихо. Где, куда идти? Тихо. Ух ты, бля, стой, подожди, не ешь меня. Ну, заткнись. Ты живой еще, да ну нахер. Стой, подожди, не жри меня. Эта игра специально, чтобы я все патроны потратил, да? Понятно. О, это же дверь. А-а-а. Окей, допустим. А так можно, кстати, будет, не? Тут просто, короче, вот такая тема. Да, можно обратно забрать. И дверь какая закрыла. А, ну все понятно, логично. Логику включил, нормальная тема. Иногда логику... А в какой комнате находится эта хрень? Подсумок. А, в этой как раз таки. Окей, еще два места у нас теперь есть. Это что, взрывчатка? Ну, пока место есть, можно брать. А если что, можно потом выкинуть. Порох обычный. Да возьмем тоже. Все нам нужно. Тут больше ничего нету. Ничего нету. Так, я не знаю, батарейка нужна, не нужна. Место есть для нее? А, место есть для нее, поэтому можно взять. Просто, ну, чтобы было просто. Она же не так просто суется и высовывается. Так, это окей, лестницу спустил. Ну все, логично. Еще логичнее некуда. Мы вернулись в то место, как... Да. Бля, что так темно? Подключите свет. Можно свет ярче? Не знаю, может я там в это... Карлс, ты меня слышишь? Джилл, слава богу, все в порядке? Ага, я в норме. Отправляюсь тебе... А, оторвался от него. Отлично, метро снова работает. Мы уезжаем, как только ты вернешься. Я уже выезжаю, пацаны, не ссыть. Я уже на полпути к вам. Только я уверен на 100%, что эта тварь сейчас пробежит опять за нами. Блядь. Ой, я, блядь, да иди ты в жопу, нет, выключи нахуй. Выключи его. Сука. Пиздец. Пиздец. Беги. Беги! Куда? Вот-то, вот, бля. Ой! А, ну все нормально. Пока, зомби. Стас! Он говорит, не Стас, а Стас. Я не Стас, дебил, я Джилл. Он пользуется оружием? Да я в ахуе, понимаешь? Ага. А, то, что он сегодня идет. В той комнате ничего не было. Не, ну тут, тут вообще просто без Б. Тут без Б нужно играть, сохраняться. Я не. Не. Ну сейчас, по идее, не босс. Он же, мы сейчас же, блядь, сражаться не бессмысленно. Хотя когда-то мы 100% будем с ним сражаться. 100%, просто 1000000%. Бля, потом для дробовика все сожрал. Вот тварь. Ну, я не про этого, а про других тварей. Ого-го. Еще что-нибудь? Ничего больше веселого нет? Нету. Так, ну тогда делаем по-другому. Во-первых, вот это уберем. Потом вот это возьмем. А потом вот это объединяем. Вот это сюда перемещаем. Зачатку убираем. Нахуй нам зачатка не нужна. Так, ну я сохранился до этого. Ну блин, сейчас пока сохранял, то ли босс, блин, то ли съеб.
Мне кажется, надо смахиваться от него, а не сражаться. Блин, ну это вот такое бессмысленное, сражаться с ним. Блять, пацаны, вы что творите? Иди нахуй просто, до свидания. Я просто решил чуть-чуть сэкономить жизнь. Блять, Стас, иди в жопу. Я не Стас, дебил. Надо выбираться и поскорее. Ну, блядь, это я согласен с тобой. Это я с тобой согласен. Тактика. Бля. Быстрее можно? Давай, беги. Этот Стас за нами идет. Я слышу, блядь. Я слышу его стука дыхания. Блядь, Стас. Выключи огнемет, свою зажигалку засратую, блядь. Эти кого он взял, поднес к зажигалке и пшикает, блядь. Кто доверился ребенку, блядь, херню это. Да, блядь, иди свои тентакли, засунь в задницу, а. Вас. Откуда у тебя вообще такой арсенал оружия, блядь? Огнемет, блин, все дела, блин, ты чё? Беги. А я не по кругу бегу, не, тут лестница нормально. О, стоит, жжет все нахрен. Стас. О, бля. Вот сюда, да? Куда? Куда? А, ну все, лестница, правильно. Надо бежать. Надо бежать! Огонь! Огонь, блядь! Я сейчас горю, беги. Видеоролик? Да. Ага! Подтягивайся! Подтягивайся! Жопу поднимай свою толстую, беги! Ебать, я просто сейчас понимаю, как... А тут все, а тут уже все, конец. Я видишь? А, блядь, а тут же босс, наверное, уже. Я сейчас взяться с ним буду. А. Так, ну там что-то сказали, что генераторы крыши, на крыше генераторы. Блин, я не знаю. Ну, блин. Блин, ну если сейчас реально босс, то лучше взять гранату. Раз. А давай... Получится? Взрывающиеся боеприпасы. Еще лучше. Вот так вот. А, давай... Бля, нельзя так? Так, стоп. А все? У меня больше нету ничего? Так, бля, подожди. Блин, стоп, стоп, вообще стоп, 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 стоп. А, давай, во-первых, блин, не. Стой тут, ну просто... Ай, бля, за место ножика что делать? Вот вниз, под зарядочка. Бля, я сейчас угорать, если я с ним сражаться сейчас не буду. Ну, видишь, какая-то нагнетающая музыка, по идее, я должен с ним сейчас сражаться. А нахуй мне сейчас потом до пистолета, блин? Я что, пистолетом буду бивать? Не-не-не, это обязательно, процесс, надо сохраняться. А то я боюсь умереть. Так, ну смотри, какой красавчик. Все, я готов к бою. А если он будет? А его нету. А, не, смотри, есть. Как он... Да, видишь, что сейчас будем с ним сражаться. О, сука, Стас. О, сука. И чё? Ладно, за дело. А чё так темно? Свет включи, проститутка. О, спасибо. А где генератор? Ну, видишь, вот там один генератор, допустим. А чё? На тебе, гори. Тихо, бля, не беги так, дура. Иди сюда. Иди сюда. На. На-ка. Как тебе, тварь? Нравится? И мне нравится. То, что тебе я тебя убиваю, а не ты меня. Блять, ты что бежишь за мной? Не надо. Я пошутил, остановись. Не беги за мной. Так, Стас, давай сюда иди. А чё? Блять, я не знаю, попадать не можно? Так, Стас, генератор еще не заработал. Стас, подожди. Стас, блядь, не беги за мной. Стас, подожди секундочку. Ну, блядь, подожди секундочку. Попросил же тебя. Бля, смотри какой лайфхак нахуй я нашел. Просто крутить его. Где он? Стас, иди сюда.
Чё? Ты чё, нет, читер? Ты чё, читер творишь? Ты что делаешь, тварь? Во, проститутка, блять, я горю, сука, ай, читер! Выключите эти читера! Ну, вообще-то это нечестно, знаешь? Это ни хрена нечестно. Как так-то-то? Как так-то, бля? Ебать терминатор, тварь. Интересно. Интересно. Ну тактика рабочая. После когда он вверх стреляет, надо, короче, смахиваться, как я понял. Да понятно все, давай. Ну давай, иди сюда, Стас. Стас, иди сюда. Ты с какой стороны пойдешь? Хе-х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 е. Гори, падла. На-ка, гори. На тебе хэдшот, на. Зубы, зубами лови. Блять. Это я уже случайно. Подожди. Ну, короче, в бочонок ему стрелять. Не знаю, пистолетом это эффективно, нет? Ну, пока есть пистолет, буду сразу пистолетом. Ага, во-во-во-во-во-во, понятно, все, бегу-бегу-бегу отсюда. Читер, читер, он включил режим читера. Иди сюда, проститутка, иди ко мне. Иди, давай, давай, давай. Блядь, а не беги, одна, не, хер тебе. Отвали. Блин, генератор, включайся. Да хватит за мной бегать, Стас. Я же быстрее тебя. Ты жирная жопа, а я нормальный. А хуй, подожди, он догоняет. А, нет. А, нет, ты меня не попадаешь даже. Да, Стас, хватит. О, не-не-не-не-не-не-не-не. О, не-не-не-не-не. А тут что, в смысле? Э, Стас, на, лови гранату. Ой, а это работает. Ха-ха, сдохни. Сдохни! Стас! Ус! Ты где? Да? Нет! Я жив? Ой, я жив! Ой, дед боже мой! Халява приди, халява уйди! Тихо, он опять забегает! Тихо! Беги. У нас пока хп еще есть. Отвали ты, Стас! Я уже в шоке. Ой, я даже не у него стрелял, а попал в него. Ха! Лох. Во-во-во-во-во-во. Бля, как он разозлился-то. Алло, ты тихо, ты что делаешь? На! Ха-ха-ха, неуклюжий ты гандон. Иди отсюда, блядь. Ничтожество. Ничтожество. На, зав... Да бляха, читер! Да бляха! На-ка! Тихо, иди сюда. О, подожди, еще есть. Я после себя и его, потому что если он сейчас меня побежал бы, я бы уже бы плохо было бы. Бляха. А если яйцо? Да как так-то, блядь? Стас, ты что делаешь? Да блях, да ну пиздец, три выстрела нахуй. Откуда ты хуй вернешься, они слишком быстрые. Беги, пожалуйста, Джилл, беги. Беги, советую бежать. Ха-ха-ха, сдохни. Ха-ха-ха, все, победа. А там патроны, трава, не прыгай, пожалуйста, там патроны, трава. Ну, Джил. Ой. Блин, на самом деле, потихо как-то было. У меня геймпад сейчас просто разрывается от вибрации. Джил, беги. А сейчас фигня эту упадет. Да, беги. Так, и все, этот хрен отстал? Да? Скажите, что да. А-ля-ля-ля. Так, ничего не потратили на самом деле. Чуть-чуть, ну, патрон, да, прилично так без пистолета. Несколько выстрелов дробовика и... Ну, блин, так-то, блин, мало ему, считай, патроны ушли, но...
Ну блин. Ну жалко, один хейт, там трава лежала. Кстати, ни одну аптечку не потратил. Это неплохо. Неплохо, так-то я тебе скажу. Карлос, это Джилл, меня слышно? Слышно хорошо, ты в порядке? Ага, эта тварь мертва. Отлично, по делам ей. Чем ты думал, делал из себя шевца? Тебя же могли убить. Даже не начинай, так было надо, а. Знаю, и это, спасибо. Метро снова работает, дуй обратно. Новая задачка, вернуться на центр метро. Центр метро. Да? Стоп, серьезно? Вот прям вообще серьезно? Ты узнаешь место? Так, под подвал. Короче, кто не знает, но все знают, 100%, даже я знаю, то это вторая часть уже пошла, а внизу ничего нету. Леон там не сражался еще с тираном? Бля, что так темно? О, я знал, что тут какой-то секретик. Так, ну пойдет на самом деле. Так, а тут больше ничего нету. Прикольно, прикольно. Это, короче, наши флешбеки полетели вот так чутка вообще. Вот мальца вообще. Флешбекеры. Зомби, а у тебя голова дымится. Или что это, мне кажется? А что ты такой смазанный? Есть что? О, сука. О, падла, бляха. Патрон для пистолета. Да, большая потеря. Ну, смотри, это горит ярко. Магазин оружия. А. Ага. Ага, подожди. Ага, хер. Понял. Спасибо. До свидания. Тут, короче, этот был мужик. Мужик и с дочерью. Зараженный дочерью. В оригинальной второй части она была. И. А я вот насчет дочери не помню. Была она в оригиналке или нет. Блять. Ну, а только так. А, я еще вот так сделаю, точно. Чтоб место было у нас. Ну, блин, ну для дробовика. Почему, кстати, мест не было? Дробовик. А, ну поэтому места не было, понял. Понял, спасибо. Не дурак. Есть еще что-нибудь? Аптечка где? Травка обычно зеленая. Бля, трава лечит от всех болезней, я тебе говорю. Ну, от рака скоро трава вылечит. Не двигайся, сука. А, чёрт, Джилл. Кенда, ты в порядке? Ага, в порядке. Да я с натяжечкой. Прости, я немного нервный. Неизвестно было, чего ожидать. Да неужели? Слушай, мы в метро вывозим людей из города. Ты с нами? Метро, ну что ж, неплохой вариантик. Когда мы выберемся, дел у нас будет много. Человек с твоим навыками нам пригодится. А там то чего? Что-то не так? Ничего, просто это, просто сейчас не лучшее время, понимаешь? Слушай, это, за меня не переживай, попробуй придумать что-то еще, ладно? Ну уж постарайся, лучше тебя оружейника не найти, не твори глупости. А, это же твоя работа, да? Береги себя, Джилл. Ключи. Эй, Джилл, и последнее. Если отправишься на станцию, загляни в служебный переулок у магазина, хорошо? Ключ висит на стене. Понятно. Папа. Все хорошо, конфеточка моя. Все хорошо. Хорошая девочка. Ну, бля, я не буду спойлерить. Может, суки, кто-то не знает, но я скажу, что потом будет. Что потом будет. Если тебе... Ты не знаешь, что лучше как это сказать-то? Перемотай видосик на 10 секунд. Потом эта девочка, короче, сожрет его. Вот так вот. Спойлер, блядь. Спойлер, сука, для тех, кто знает спойлер. А кто не знает спойлер, тот нормально. Все, ты вернулся, красавчик. Это говорю тем, как раз, кто сейчас это... Кто перематывал. Вдруг он спойлер знал. Он не знал, точнее. Так, окей.
Окей. А, во-во-во, вот это надо сделать. Вот это надо сделать, вот это надо сделать нам. А, объединить. Так, 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 иди сюда. Нож на быстрый доступ налево. Я налево вообще привык, когда нож на левой стороне. Так, ну сохранимся, конечно же. Сохраниться-то не забыть, и я думаю, как раз-таки надо закончить пока на этом серию, блин, потому что, ну что, мы много уже что-то на самом деле сделали, блин, хотя вначале мне казалось, что я там такой тупой, я вообще не понимаю, что там делать. Но благодаря моим супер мыслям, всем умениям, мы смогли пройти дальше, убить этого Немезиса, Стасика, точнее, быть сказать. Ладно, ребята. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте о видео друзьям, подписывайтесь на меня, на ВКонтакте меня, и в Инстаграме сейчас скоро появлюсь, скорее всего, так что я везде, 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 кроме Твиттера, Фейсбука, всякие такие. Все, всем до скорого, всем пока.